Случилось, нормально все. Мама не слышит? Нет. Короче, как ты и просил, у нас все нормально. Ну, извини, нас вчера, так скажем, ебали очень сильно. 8 человек уехали в госпиталь. Без ног, без рук. Все живы, но раненые. 8 человек у нас забрали вчера. Сейчас неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, мы то ли в кругу, то ли хрен пойми где. Вот, короче, сейчас непонятная херня происходит. Думаю, да, тебе сообщу об этом. Вот. Мобилизацию сейчас объявили. Мобилизация. Пап, понимаешь, вчера 3 снаряда. И 3-й 8 забрал, понимаешь? Так, да понимаю, все нормально. Да это жив-здоров, нормально все. Попаниковал вчера, правда, пацанов, когда таскал, а так нормально все. Тебя там в списках нигде нету, а то он, люди говорят, уже списки есть какие-то. Да, я не знаю. Давай ты только не суйся сюда. Да и тебе повестку принесут, как ее снимут? Ну, военком у тебя же связь есть, решается вопрос. Я понимаю, но если принесут повестку, то ничего ты не решишь.